Кстати, сейчас нас подключили к ТБН, поэтому еще раз приветствуем всех, кто смотрит нас в прямом эфире и на телекомпании ТБН. Всех приветствуем вас, слава Богу, что в это воскресенье вы с нами. И может быть, вы оказались волею судеб, где-то в отпуске, где-то в поездке, но сейчас вы хотите пребывать с нами, вы смотрите и говорите: «О, я так рад, что я могу слушать проповедь в воскресенье, будучи в Турции или на даче». Слава Богу! Возвращаемся к Мартину Лютеру. И Мартин Лютер не восставал в бунте, потому что он прекрасно понимал, что если он противоставит сам себя папе римскому, будет просто обычный, мерзкий, отвратительный раскол, который никогда не приносит благословения, а только проклятие. Поэтому Мартин Лютер противопоставил папе римскому Слово Божие. Он не противопоставил себя. Реформаторы не противопоставили себя самих. Они сказали: вот Слово, Библия, и оно говорит совершенно ясно о многих вещах. И поэтому его лозунгом основным было 4 постулата, многие говорят 5, но на самом деле 4 основных постулата. Это только верой, только Христом, только благодатью и только Писанием. Ну еще бывает добавляют только слава Богу. Но хотя сам Мартин Лютер, он не особо делал как бы на этом акцент, он говорил 4 постулата основные, и один как бы он не то что 5-й, а просто да за все слава Богу. Вот и все. И его основным откровением было, его лозунгом жизни, его писанием основным было: «Праведный верою жив будет». Это послание к римлянам, 1 глава. Поэтому мы взяли эту мысль в октябре месяце, чтобы 31 октября люди не праздновали бесовский Хэллоуин, а праздновали христианский день реформации. Аминь, дорогие мои. И я благодарен Богу, что однажды реформация произошла, в первую очередь в духе. Сам Бог стоял за реформацией. Но, друзья мои, вообще, перед тем, как я буду проповедовать, мне хотелось бы, во-первых, поблагодарить всех тех, кто ремонтировал фойе. И мы знаем там фотографии, если вы видели, людей, кто ремонтировал. Спасибо всем, и мы еще будем продолжать наш ремонт дальше, потому что нам нужно обновить вот этот зал наш. Но хотелось бы, чтобы мы не забыли тех, кто трудился после работы, отдавал свое время. На фотографиях посмотрите, узнаешь лицо, поблагодари, пожми руку. Аминь. Давайте молимся и пойдем. Отец Небесный, я молюсь и прошу Тебя, благослови, Господи, благослови Слово Твое, благослови Духом, Отец мой, чтобы Слово Твое принесло плод в 30, 60, в 100 крат. Господи, наши сердца успокоились в Тебе, чтобы мы увидели будущность и надежду, чтобы мы радовались, Господь, Твоему присутствию в нас во имя Твое. Аминь. Слава Царю! Никогда не экономьте на молитву. В пятницу у нас молитва вечерняя, пятничная, с 8 до 10. Всем добро пожаловать. Не просто добро пожаловать, надо приходить. Последняя молитва была просто потрясающая. Когда ты молишься, ты подключаешься, знаешь, как у тебя вилка втыкается в небеса, и оттуда приходит непонятная, необъяснимая сила и понимание, вот знаете, присутствия Божьего. О чем я хотел поговорить с вами сегодня? Это слово называется «благословение нового начала». Оно идет в этой же мысли, мысли веры, и это слово «благословение нового начала» – это старое мое откровение, которое я получил еще в Колумбии в далекие времена, и оно меня всегда очень сильно вдохновляет. Давайте откроем книгу Иисуса Навина, 1 главу, и прочитаем с 1 по 9 стих. Иисуса Навина, 1 глава, с 1 по 9. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу Навину, сыну Навину, служителю Моисееву: Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю сынам Израилевым. И всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Евфрата, всю землю Хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобой. И не отступлю от тебя, и не оставлю тебя. Будь тверд и мужественен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать их. Только будь тверд и очень мужественен. Тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона, Библия, от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
И вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Аминь. Вот такой пассаж из 9 стихов. И вы знаете, очень важный момент, на котором я хотел заострить внимание, он проходит везде через всю Библию, когда Бог встречается с людьми, которым дает задание и бросает им вызов. Всегда одна и та же мысль. Он говорит, не бойся, только веруй. Примерно эта мысль. Когда в дом Иаира пришел Иисус, и Иаиру сказали, что у него дочь умерла, что Господь сказал? Не бойся, только веруй. Сегодня я хочу вам всем, кто смотрит нас онлайн, кто пришел на собрание второе, первое было замечательное, много душ покаялось, и я всегда благодарен Богу за это. Но самый главный посыл, мы должны знать, Бог говорит, не бойся, только веруй. Почему Господь всегда говорит, не бойся, только веруй? Потому что страх – это то, что всегда сковывает человеческое сознание. Особенно в новых начинаниях. Заметьте, мы начинаем что-то новое. Наша жизнь всегда состоит из новых вызовов. Примерно до 30 лет вся твоя жизнь – это всегда какие-то новые этапы. Пришел в садик, тебе там, вот это твоя воспитательница, сынок. Я помню, как я убегал на забор, залазил там, говорил, папа, не уходи. Меня там отдавали в этот садик, и я был в ужасе, там все было чужое. Просто все, я это все ненавидел, все эти игрушки сломанные, до сих пор помню, в 70-х годах. И не надо, друзья мои, ностальгировать по тем временам. Почему-то люди вот ностальгируют. Мало того, ностальгируют. Сейчас фильмы эти снимают, такие, знаете, какие-то привлекающие фильмы советской эпохи. Там дядька выходит в майке, в пьянчушке, живут все в общаге весело, а он сидит, курит, бычки в ведро бросает, какие-то разговоры. И знаете, даже дети, новое поколение говорят, как вы интересно тогда жили. Я говорю, слушайте, это обманул тебя кинематограф. На самом деле за всем за этим, вот за всей этой, знаете, эпохой какой-то некого такого братства, сидели куча людей в тюрьмах, людям не разрешали читать Евангелие. И я даже помню, как мой папа, да не то, что не разрешали, просто это было запрещено. И те люди, которые не страдали в это время, даже среди вас, вы говорите, пастор, да ладно, какая разница, я ведь не страдал. Знаете, как-то я однажды пообщался с одним человеком, который жил, ну, с пожилым человеком в Германии, который жил еще во времена Третьего Рейха. И он так интересную фразу мне забросил, которая меня смутила как человека. Он говорит, мои лучшие годы были во времена Третьего Рейха. Он говорит, а что, я работал, первый раз поехал в отпуск, у меня все было нормально. Я сижу и вдруг понимаю, дедушка, ты что-то все перепутал. Потому что в это время куча евреев гнили в концлагерях и в газовых камерах. Куча людей просто были репрессированы жутко. И куча твоих соотечественников гнили в этих окопах в Сталинграде. А вот тебе повезло, в армию не взяли, и вот ты в отпуск поехал. У тебя лучшие годы посреди катастрофы. Поэтому я людям говорю, не позвольте себя обмануть. В те времена было ужас. Нельзя возвращаться в СССР, потому что СССР – это проклятие. Вообще проклятие, само понимание, когда люди исключают Бога из общества. Когда с этой, вы знаете, с остервенением сражаются с Библией и с остервенением сражаются с верующими людьми. Какое-то может быть вообще благословение. Мой пожилой папа, я помню, уже сейчас на небесах, мы как-то с ним где-то в 90-е годы зашли, первые открыли супермаркеты, и зашли как-то в супермаркет в один очередной. Я что-то покупал для ремонта, и папа мой так посмотрел на супермаркет, и так глубоко вздохнул и говорит, времена-то какие начались, что хочешь, то и покупай. Надо же, а в мое-то время дачу надо было строить, каждую палку воровать надо было где-то на заводе. И я тык отметил себе, думаю, даже вот в такой детали, папа там, ностальгирующий по временам своей молодости, когда они были молодые, пели комсомольские песни, ездили там куда-то в стройотряды, при этом при всем говорит, а времена-то были дерьмовские. Так вот, поэтому не надо путать, ностальгия – это не всегда благословение, это просто воспоминание своего прошлого. Просто, там было хорошо, я был молод, я был влюблен. Вот и поэтому не надо переносить на все общество. Мы, слава Богу, оттуда вылезли, и нам там делать больше нечего. Аминь. Пастор, что-то не о том, о том. Иисус Навин, надо забывать, он встал в такой момент, когда он должен был ввести народ свой в землю обетованную. Евреи до этого из пяти книг, первые пять книг Библии, это Бытие, Исход, Второзаконие, Числа, Левит, эти пять книг называются Тора или Закон Моисея. Эти пять книг – основа иудейской культуры и религии. И что интересно, что вот в этих пяти книжках написан был закон.
Моисей показал направление. Но они не захватили землю, которую Бог им обещал. Они 40 лет ходили в пустыне, и вдруг Моисей слышит это известие. Моисей, раб твой, умер, мой вернее, мой раб умер. Все, у тебя новое начало. Иисус, тебе нужно перейти эту реку Иордан и захватить землю. Это было начало, которое его напугало. Страх пришел в его жизнь. Поэтому, возвращаясь к моей мысли, почему Яир сказал, не бойся, только веруй, это всегда нужно при любом начинании. Так вот, начинания начинаются с детского сада. Вот ты пришел в детский сад, потом ты пошел в школу в первый класс с гладиолусами, помнишь? Вот по этой причине наш народ, единственный народ в мире, не любит гладиолусы. Во всем мире гладиолус один из прекрасных цветков. Я приехал в Латинскую Америку, я увидел у всех людей гладиолусы в домах, разноцветные, красивые. Я спрашиваю, они всегда в храмах стоят. Я спрашиваю, почему? Латиноамериканцы говорят, самый красивый цветок, что были такие большие цветы, столько соцветий. И я так полюбил гладиолусы. Я засадил весь огород гладиолусами. В следующем году я хочу вырастить чуть не поле гладиолусов, чтобы у меня весь дом был в красивых гладиолусах. Ну, русские не любят. Почему? Потому что не любят новое начало. И они приходили в школу, у них отравленная атмосфера. 1 сентября. Ты стоишь испуганный с глазами, и училка злая. Что, пришел? Тебя еще не оставили на второй год? И ты в ужасе. Если бы тебе в то время сказали, не бойся, только веруй, все было бы нормально. Но тебе так не сказали. Тебе сказали, бойся. Прошла школа. После этого ты поступил либо в ПТУ кто-то, кто-то в университет, а кто-то в тюрьму сел, тоже новое начало. Все бывает. У каждого человека свое новое начало. Но моя мысль заключается в том, если вы услышали, твое новое начало может быть либо благословением, либо проклятием. Твоя новая война, в которой ты идешь, она либо уничтожит тебя, либо она сделает тебя победителем. Ну ты здесь или нет, дорогие мои? Иисус Навин, он должен был в этот момент определиться со своим будущим. И поэтому Господь говорит ему, Иисус, слушай, Моисей, раб мой, умер, тебе не на кого уповать. И поэтому, если вы записываете начало, что может твое начало сделать благословенным, пять вещей. Пять вещей, которые могут сделать твое начало благословенным. И твое дело новое благословенным. И первое, это возьми ответственность на себя. Возьми ответственность на себя за свое предприятие. Если ты не поймешь, до тех пор, пока ты не поймешь, что никто не ответственен за это, кроме тебя. Тебя, больше никого. И Господь говорит Иисусу Навину, Иисус, тебе больше не за кого прятаться. Все, ты в армии теперь. Ты пришел в армию, там нет пирожков твоей мамы. Я помню, как я попал в армию. Бык, я в армии. И все, и каждое утро включается тогда популярная американская песня, помните? You are in army now. Oh, you are in army. В армии. Now, сейчас. И ты в поте встаешь. И там sergeant shouts on you. Там что-то сержант орет на тебя. Там даже слова в песне есть. You are in army now. Теперь ты в армии. И я помню, я встоял и думал, кто придумал эту бесовскую систему под названием армия. Я хочу пойти к маме, я хочу кушать пирожки, я хочу, чтобы мама мне чаек наливала и говорила, сынок, доброе утро. Нет, заходит сержант, кричит, встать! Что я мог сделать? Это армия. Но нужно было понять, либо я превращусь в чмошника в этой армии и совершенно все потеряю, либо я приобрету там свое будущее. Либо ты в тюрьме опустишься совсем, либо ты приобретешь какие-то навыки, чтобы туда больше не попадать. Либо ты будешь человеком, который закончит этот учебный год хорошо в новом начале, либо потерпит фиаско, и его выгонят из этой школы или университета. Вы здесь со мной или нет? Потом ты говоришь, ну ладно, прошло это. Женился. Стоишь, одеваешь этот пиджак, смотришь там в это зеркало, и тебе друганы все. Все, покидаешь холостяцкую жизнь. Я помню, у тебя пот аж выступает на лбу. Входишь в что-то новое и думаешь, а вдруг если? Вдруг что? Пот, страх. Но Господь говорит, не бойся, только веруй. В данном случае в свою жену. Не бойся, только веруй. Вы здесь, дорогие мои? Ты начинаешь свой бизнес, ты не знаешь, что будет дальше. Но Господь говорит, не бойся, только веруй. Поэтому тебе нужно определить свое будущее. Оно будет благословением или проклятием. Что я говорю про взять ответственность на себя? Вы знаете, тут есть такая глубокая мысль, которую попробуйте сейчас уловить. Я как пастор, не знаю, в силу своего воспитания, может, в силу, не знаю, моего какого-то академического ума, я всегда позволяю людям сделать их ошибку.
То есть человек претендует на что-то. Знаете, я часто вот наблюдаю и вижу, как люди идут реально неправильным путем. Они принимают какие-то нелепые решения совершенно. Там, ну, например, пастор, я беру кредит и начинаю бизнес. Причем кредит сразу 5 миллионов. И ты смотришь, он духовно не готов к этому бизнесу, этот человек. Ну, не готов. Или там, я женюсь вот прямо сейчас на ней. И ты понимаешь, они даже разные вообще. Он еще не готов, этот человек. И ты, боже мой. Что я как пастор делаю обычно? Я говорю, хорошо, я дам тебе совет. Я бы не стал на твоем месте заниматься этим бизнесом. Я бы не стал на твоем месте сейчас жениться в этой ситуации на этом человеке или выходить замуж. Я бы не стал на твоем месте сейчас переезжать в тот город, в который ты хочешь переехать. И всегда я сталкиваюсь с этой мыслью. Человек так вдохновлен своей идеей, что он даже не слышит слова здравого смысла, как правило. Он, я переезжаю, все, я уже решил, пастор, я уезжаю в другой город, там лучше, там светлее, там красивее. Я говорю, слушай, будет много трудностей, ты потеряешь контакт с церковью, тебе нужно будет привыкать к новому обществу. И ты начинаешь говорить аргументы, но, услышите мое но, я никогда не говорю нет людям. И я удивляюсь в то же самое время, как многие пасторы, многие, они прям императивно говорят, я тебе запрещаю переезжать в другой город, я тебе запрещаю там открывать этот бизнес, жениться на ней или учиться в том месте, запрещаю. И знаете, даже если пастор прав, даже если прав, такой парадокс получается. Человек, не, ну, слушаясь пастора, и не женясь, не переезжая, не начиная, он потом до конца жизни чувствует, что от него ушла какая-то возможность. И в этой возможности виноват пастор. И он думает, пастор. Поэтому я людям говорю, слушай, но если ты хочешь, я только могу запретить тогда, если ты идешь против Слова Божьего. Тогда мои уста четко скажут, я тебе запрещаю во имя Иисуса Христа. Если ты женишься на мирской девушке, потому что Библия говорит, не вставайте под общее ярмо. Я могу сказать парню совершенно ясно, или девушке, ты делаешь огромную ошибку антихристианскую, выходя замуж за мирского человека. 100% совершенно мирская проблема будет у тебя. Я говорю совершенно ясно, если ты собираешься торговать оружием, заниматься наркотиками, или у тебя там тебя тянет в блатной мир, я четко говорю, это против Писания. Если ты бросаешь своих родителей, я могу сказать, это запрещаю тебе делать во имя Иисуса Христа. Но такие вопросы, которые не связаны с грехом, а где жить, где работать, какой бизнес начинать, кредиты брать, не брать, на ком жениться, я говорю, ребята, вы хотите, чтобы я за вас принял решение? Нет, вы сами должны принять решение. И я вам говорю, принимайте, делайте, я не против. И люди с радостью, пастор разрешил, побежали, бодь кредит взял, бодь попал в долги, бодь бандиты приехали, бодь жена ушла, бодь проблемы, бодь. И потом человек намекает так мне, ну ведь а чего ж ты меня не отговорил в свое время? Чего ж ты меня не запретил? Знаете, вот этот вот подленький душок, я сразу его чувствую. Я говорю, брат, стой. Я тебе советовал, я тебе говорил, ну я тебе разрешил, потому что это твоя ответственность. Это не моя. Твоя ответственность, брать кредит или нет, это не грех. Жениться, не жениться, твоя ответственность. Тебе начинать этот бизнес? Твоя ответственность. Какую рубашку тебе одевать? Твоя ответственность. Но люди всегда хотят эту ответственность переложить на дядю, а лучше на пастора, потому что он как-то духовный, пусть там ему, да, он разбирается. Поэтому вы здесь или я вас теряю, нет, дорогие мои? Кто-то смотрит нас онлайн и сидит и смеется. Я не знаю, я просто духом чувствую. Если это ты, напиши мне ВКонтакте, что это был ты. Так вот, друзья мои, или в Фейсбуке. Итак, друзья, поэтому Господь говорит Иисусу Навину, ясно, совершенно четко, говорит ему, Моисей, раб мой, умер, иди и возьми эту землю, твоя ответственность, первое. Второе, смотрите, что говорит Господь Иисусу Навину. Он ему сказал простейшие слова, говорит, землю, которую я даю тебе, от Ливана до реки Великой Ефрата, оттуда и дотуда, он расчерчивает все и говорит, это я отдаю тебе. Другими словами, Иисус, ты должен увидеть, это Иисус Навин, не Иисус Христос, ты должен увидеть эту картину своей победы. Поэтому второе и очень важное в твоем начинании, это, конечно же, начертай позитивную картину своего предприятия. Начертай позитивную картину. Почему? Потому что ты должен четко осознать, что тебя в новом предприятии не ждут с распростертыми объятиями, и такова реалия жизни. Вы здесь или нет, дорогие мои? Это реалии жизни. Конечно же, в каждом начале, куда бы ты ни попал,
тебя не ждут, как говорят, парень, мы тебя ждем, даже в детский садик. Только воспитательница сказала, Коленька, да тут так хорошо, заходи. Но все остальные дети, я тебя побью. И ты должен понять, они хотят тебя побить. Когда ты приходишь начинаешь новый бизнес, не думай, что все с распростертыми объятиями говорят, ой, все мы тебе деньги принесем, мы так ждали вашего магазина и вашего бизнеса, и все конкуренты, да мы тоже тебя ждали. Они сделают все, чтобы ты загнулся. И вы думаете, банк это такая красивая система, которая дает тебе, знаете, деньги и говорит тебе, мы хотим тебя осчастливить. Я однажды помню, как мне позвонил один банк, с которым я работаю, время от времени тоже брал кредиты, небольшие, слава богу, мозгов хватает всегда небольшие, и то только попробуйте обыграть банк, все равно надо суметь. И мне раз через некоторое время, жук, звонок, Павел Алексеевич, так как вы у нас особый клиент, вы там на таком хорошем счету, мы хотим для вас сделать особенную пониженную ставку, и даже для вас тудема-сюдема, чуть ли не детей моих в лагерь, меня самого там отправить в отпуск и машину бесплатно, и в общем, супер для вас все. Я слушаю по телефону и говорю, красиво звучит, правда, только мне объясните, где меня обманули, вот на каком этапе? Они, как же, мы все по-честному, просто хотим, чтобы вам было хорошо. Я говорю, знаете, в свое время великий театрал, забыл его имя, вылетело. Станиславский, да. Он говорил, не верю. Помните, когда в театре плохо играли артисты, он говорил, не верю. Вот так же я говорю, слушайте, я верующий человек, но в данном случае вам я не верю. Потому что с чего бы вам банку позвонить, и вот вы мне так распинаетесь и говорите, что вы так любите моих детишек, вы о них заботитесь, вы так переживаете, в чем они пойдут в школу, вы переживаете за мой личный отпуск, и на какой машине я езжу. Я говорю, где-то вы меня обманули, потому что все, о чем вы думаете, исключительно о своей выгоде, это по-честному. Я ничего против не имею, просто скажите, где вы меня обдурили вот в этом процессе, где я приобретаю, потеряю. К чему я это говорю? К тому, что когда мы рисуем позитивный результат моего будущего, мы должны понять, что реалии, они всегда против, они не за нас. И Иисус Навин четко понимал, что когда он перейдет Иордан, он не придет туда, другие народы, ждали, японцы-освободители, заходите. Нет, нет, там противостанут, и именно будут сражаться с тобой. И там будут враги, и они все несчастливы от того, что туда ты пришел. Но ты должен нарисовать позитивную картину своей семьи, своего будущего, своего предприятия, своей церкви. Вы здесь, дорогие мои? Не теряю я вас или нет? Третье, что очень важно. Господь сказал Иисусу Навину, он сказал, я буду с тобой во всех стихах. Он говорит, как я был с Моисеем, так я буду с тобой. И эта риторика повторяется, я посылаю тебя. Обратите внимание, кругом Господь говорит, я с тобой, я посылаю. Другими словами, я этого хочу. Поэтому тебе четко нужно понять. Третий момент. Прими свое дело как миссию от Бога. Пойми, то начало, которое ты делаешь, это правда миссия от Бога. То, что я начинаю сейчас, мое предприятие, этого Бог правда хочет. И знаешь, и с другой стороны, даже простейшее дело, как учеба, работа, если ты воспримешь как миссию от Бога, это Бог меня послал, это Он со мной, Он хочет этого, вот тогда совершенно другая будет вкус у тебя в твоем деле. Вы здесь со мной, дорогие? Или я вас теряю? Вы знаете, многие боятся свою судьбу связывать в профессиональной деятельности с пасторской деятельностью. И я задавался себе вопросом, почему сегодня люди, так часто, слышишь, например, они охотнее пойдут в какой-то бизнес, закончат там какое-то высшее учебное заведение, связанное с маркетингом, менеджментом, экономикой, еще с этой дурью всевозможной. Простите, потому что для меня это слова без смысла совершенно. Они какие-то, знаешь, сегодня как все как будто проснулись с утра, и вся страна побежала в высшее учебное заведение на факультет экономики. Что, других что ли нет? Что, нет факультетов каких-то там научно-исследовательских и все? Все, каждый второй встречаешь, где учишься? Менеджмент экономика. Что ты там делаешь в этом менеджменте экономики? Хочешь бизнесменом быть? Что ты учишься у профессора с дырявыми носками, который вообще не знает, что такое экономика? Он ее знает только по этим учебникам толстым, написанным еще 100 лет назад. Поэтому ты определись, что ты хочешь. И в то же самое время я увидел такую вещь, что твоя судьба, возможно, связана с миссией, она, возможно, связана с пасторской деятельностью. Но, пастор, я учусь на факультете экономики, я все равно не буду работать по специальности. И многие не работают по специальности. Многие учатся
в институте на одном факультете и никогда свою жизнь с этим не связывает, тогда возникает простой вопрос. Если тебе нужно закончить высшее учебное заведение, почему бы тебе не закончить его как в качестве семинарии, теологического факультета? Все равно, что ты говоришь, не будешь никак связан. Попробуй, почему нет, если думаешь о высшем учебном заведении. А в следующем этапе, может быть, даже и будешь связывать свою жизнь, может быть, навсегда с пасторской деятельностью. Знаешь, почему многие не идут? Потому что они думают, что это очень тяжело. Ну, с одной стороны, да. А что, легче быть бизнесменом, попадая в долги, в многомиллионные? А что, легче быть еще кем-то, знаешь, там, еще какой-то деятельностью заниматься? Тоже нелегко. Поймите, что все требует посвящения. И почему ты априори рисуешь картину своей миссии как проигрышно? Я тоже пастор, 20 лет. И ничего не проигрышное. У нас на собрании тысячи человек приходят. И я знаю, что это благословенно. И я вдохновляю других людей. Почему бы тебе не посвятиться именно какой-то миссии? Может, какой-то город ждет тебя? Может, страна какая-то? Но только тебе нужен следующий пункт. Ты здесь? Следующий. Обдумай последующие шаги, чтобы поступать благоразумно. Тебе нужно обязательно обдумать первые шаги, потому что если ты только идешь на эмоциях, в новое начало, то, очевидно, потерпишь фиаско. Тебе нужно разработать стратегию первых шагов, чтобы, Господь сказал, поступать благоразумно. Два раза Он произнес эту вещь. Он говорит, не отступай от закона Моисея ни влево, ни вправо, чтобы поступать благоразумно. Потом 1 глава 8 стих, Он говорит, от уст твоих поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности поступать, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано, и тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вы здесь, дорогие мои? Нам нужно благоразумие. Слово благоразумие, это, вот знаешь, это освежение нас, чтобы мы понимали, все-таки с одной стороны, иди, победишь, но с другой стороны понимали, что с той стороны не дети. С той стороны враги, не те, которые просто нас ждут и конфеты нам раздают. Банк это не просто, знаете, система такая добрая, которая тебе просто раздает деньги, им просто их девать некуда. Пойми, что твои конкуренты это не добрые ребята со светлыми глазами. Это рыбины, которые хотят тебя сожрать. В твоей семье ты сталкиваешься с характером другого человека, который имеет свое воспитание, и там будет непросто. Каждое новое начало подразумевает вызов. Вы здесь или я вас теряю? Иисус Христос по этой причине, Иисус, наш драгоценный Спаситель, Он не был наивным простачком. И поэтому каждый раз, когда ученики слишком очаровывались, Иисус их разочаровывал и говорил им постоянно, приготовьтесь к дню злому. Они, спасение, аллилуйя, воскресение, Лазарь воскрес, тот исцелился, радость-то какая. А Иисус каждый раз говорит, слушайте, приготовьтесь к дню злому. Он придет, этот день злой. А если придет, тебе нужно быть готовым. Поэтому продумай первые шаги, которые ты хотел бы сделать. Если ты хочешь поехать на миссию, стать пастором и служителем, приготовься. Пойди хотя бы на школу лидеров. Уж я не говорю об энкаунтере. Тебе хотя бы нужно попробовать домашнюю группу начать здесь. Хотя бы на вкус попробовать, как это работать с людьми. Вы здесь со мной, дорогие? Начинаешь домашнюю группу? Хорошо, приготовься. Что там будут отступники, раскольники? Знаете, часто люди говорят, ну, пастор, почему так вот вы контролируете пасторы, там многие вещи? Потому что я говорю, знаете, я не вчера стал пастором, не вчера. И я прекрасно знаю, что в любой команде может быть Иуда, он легко может завестись. Причем не потому, что он от начала Иуда, а просто к нему приходит соблазн. Очень часто, поймите, человеческая психика, она настолько сложна, что порой нам кажется по наивности, что все верующие, аллилуйя, я раздаю деньги, веду бизнес со всеми как угодно. Я начинал бизнес с верующими, больше не веду. Потому что я прекрасно знаю, что человек, когда у него попадают в руки деньги просто, он тут же забывает свое спасение, что он был наркоманом, прошел реабилитацию, и кто его господин и спаситель. Почему-то деньги, они как попадают в руки человеку, у него меняются глаза, меняется физиономия, и он сразу быстро все забывает. И оказывается, это называется слово «искушение». Вы здесь, дорогие мои? И поэтому я говорю людям, зачем тебе попадать под искушение, которое тебе не нужно? Зачем слишком много свободы? Иногда, зачем? Я говорю, слушайте, даже любой нормальный родитель, он не пустит своих детей болтаться, только которые научились ходить вдоль реки. Почему? Папа, ты не даешь мне свободы! Я свободный человек, ты не любишь меня? Я люблю, но ты утонешь. Так ведь? Почему родители переживают, когда детишки, подростки начинают встречаться со странной компанией? Что, родители не любят их? Любят, но они переживают.
потому что есть понятие искушения. И если подросток встречается со странными другими подростками, которые курят, не ходят в церковь, которые начинают выпивать, я начинаю переживать, так ведь? Потому что я не знаю, чем это кончится. Мне не хотелось бы, чтобы они попали в тюрьму. По этой причине я, как родитель, обдумываю шаги. И поэтому твое предприятие, оно требует благоразумия. И Бог говорит Иисусу Навину, смотрите, парадокс. Он говорит, Моисей умер, бери ответственность, раз, тот взбодрился. Потом говорит ему, следующее, парень, что тебе нужно? Я буду с тобой, поэтому прими свое дело как миссию от меня. О, тоже взбодрился. Нарисуй позитив успеха, не рисуй проигрыш. Не рисуй, что тебя уничтожат твои конкуренты. Не рисуй, что тебя в армии в нагауфахте все время проведешь. Не рисуй, что ты в тюрьме чмошником станешь. Не рисуй такое, и что твоя семья развалится. Зачем тебе такие картины рисовать? Рисуй картины успеха и позитива. Но, четвертый пункт, поступай благоразумно. Продумай свои ходы. Подумай, а что если меня отчислят от института? Что мне нужно будет делать? Как мне нужно поступать? А что если моя жена скажет мне, я тебя не люблю, собираюсь к другому? А что если банк придет и потребует деньги обратно? А что если мой бизнес не пойдет? Вот просто он не пойдет, как я буду отдавать долги? А что если? И ты говоришь, пастор, сначала ты нарисовал картину победы, потом, когда я начинаю думать, что если, мне вообще не хочется ни жениться, ни бизнеса, ни на миссию ехать. С одной стороны, да, но слава Богу за пятый пункт. Аминь. Пятый пункт, потрясающий и сильный, в котором Господь сказал три раза Иисусу Навину. Он сказал, будь тверд и мужественен. Потом он второй раз повторил, будь тверд и очень мужественен. И третий раз он повторил в 9 стихе, будь тверд и мужественен. Значит, третий пункт звучит так, начни действовать без страха. Начни действовать без страха. Есть старое правило очень простое, если ты чего-то боишься, но тебе это нужно, чтобы победить страх, начни действовать. Только действие побеждает страх. Потому что пока ты бездействуешь, так и будешь в панике и в страхе. Только собравшись, и когда друзья говорят, покидаешь наши ряды холостяков, ты поправил галстук и сказал, женюсь, все, иду в ЗАГС, и это навсегда. Ему, ну так не говори, не, навсегда, все, женатый человек, навсегда. Бизнес начинаешь, говоришь, все, я пошел, нет пути назад, я поехал, потому что я знаю, что это дело от Бога. Очень важно понимать, когда ты знаешь, что это дело от Бога, тогда я начинаю, это моя ответственность. Я начинаю эту миссию. И вы знаете, как ни странно, априори проигранные уже картинки, как бы, люди куда ни шли, не делали, и говорили, если ты этим займешься, точно ты проиграешь. Оказывается, через время человек оказывался в успехе. И наоборот, много раз, когда говорили, все просчитали, все будет хорошо в будущем, оказывался проигрыш. Вы знаете, простой пример. Я знаю многих пасторов, многих моих знакомых, моих друзей, которые мне говорили, вот я начинал церковь когда, они успешные пасторы, служители, они говорят, мне все говорили, вообще караул, не связывай свою жизнь с пасторским служением, ты что, это люди, это всегда недовольные, это чего-то, с чего ты взял, что церковь будет расти, все будет только тяжело, и ты будешь всю жизнь в нищете. И прошли годы, и они говорят, я так благодарен Богу, что я стал именно пастором, а не кем-то другим, потому что я знаю свое благословение. Мать Тереза имела простейшее представление о жизни, простейшее. Она начала просто, у нее была идея, чтобы люди, нищие Калькутты, не умирали на улицах. Вот все. Она там даже слоган свой написала, я не помню, как он звучит, но примерно мысль такая. Мое желание, чтобы нищие люди в городе Калькутте не умирали на улицах, а умирали просто в белых постелях, принимая Иисуса Христа. Все, тебе любой бы сейчас высмеял. Сказал, ты что, сумасшедший? И ты хочешь этому посвятить свою жизнь? Ты что? Как? Какое будущее? Как ты будешь жить? Где у тебя будут деньги? Чем ты будешь питаться? И она была самым успешным человеком 20 века. Миллиардеры и миллионеры передавали ей деньги. Строили для нее целые там больницы, больничные комплексы и лепрозории. Почему? Они знали, они видели, у нее есть вера, она четко знает свое призвание, и она действует на этих началах. Вы знаете, вот нет ничего более великого, чем что-то делать для Господа.
Вот я не знаю, что-то другое. Для меня ужаснее не бывает картинки, как служители церкви и пасторы, которые работают, вот как на работе. Вот просто у них вот, вот ты слесарь, тот преподаватель, а ты вот пастор. Один мой знакомый рассказывал, говорит, одного священнослужителя встретил, где-то они там, ну, встретились по работе, где-то в какой-то баре, в ресторане или где-то. И оказалось, что тот священнослужитель, ну, было и внешне видно. И он говорит ему, слушай, там, ты святой отец, ты что здесь сидишь в баре с сигаретой, с виски, сидишь там, кричишь там девкам, давай, давай. Он говорит, ты что здесь делаешь? А тот ему говорит, слушай, ты кто вот по профессии? Он говорит, ну, я вот тот-то, тот-то. Ну, какой-то там тоже, как-то оказался волей судеб в этом баре. И говорит, сказал, где он работает. И он говорит, так и я так же работаю. Вот ты пришел с работы, снял свою робу, все, ты же больше не строитель. Ну так же я. Я священник вот пока послужил там, и все, остальное время я точно так же. Не парь мне мозги, я живу как хочу. И мне этот человек рассказывает через некоторое время. Я подумал, слушайте, это не просто неправильно, это совершенно непонимание миссии. Потому что с одной стороны, да, вроде у меня есть тоже рабочее время, но с другой стороны, я понимаю, что горе мне, если я работаю для того, чтобы у меня была хорошая зарплата, и просто у меня рабочий день, и я говорю, не, братаны, мне некогда, у меня выходные. У меня тоже есть выходные, но я выключаю свой телефон, чтобы просто меня никто не доставал. Ну, выходные и так далее. Но я понимаю, что если кто-то уж пришел, добился, нашел, то как я скажу, а у меня не рабочий день, все, я сейчас в запое. Вы что, как такое может быть? Такого по факту не может быть. И поэтому моя мысль очень простая. Человек не может вот в энергетике своей жить ради денег. И вот по этой причине мы сейчас празднуем Дни протестантской культуры. Будем в ближайшее время праздновать. Вот в чем проблема, что уже даже историки, политики, там уже куча, теологи доказали, это прям факт, что протестантская этика, заложенная Мартином Лютером, Ульрихом Цвингли, Жаном Кальвином, людьми ранним протестантизмом 16 века, даже слово протестантизм, это как бы возвращение к Библии и протест против того, что люди ушли просто от Библии, от Писания. Протестантская этика заложила целое мышление в обществе. Мышление, когда человек обожествлял труд. Впервые люди сказали, труд – это миссия от Бога. Это моя миссия. Я делаю – это моя миссия. И я это не делаю лишь только ради денег. Вот тут кроется гнилое зерно многих стран, включая, может быть, нашей страны, когда люди, попадающие в какие-то эшелоны власти, не просто коррумпированы, потому что они коррумпированы, а потому что это общее мышление. Человек говорит, я психологически, поймите, он так не скажет, но внутри это так. Я делаю все ради денег. Потому что все бизнесмены работают ради денег. Учитель учит детей ради денег. Этот делает то, чтобы заработать деньги. И сама энергетика. Деньги, 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 ради денег. Она сама по себе проклята Богом, поймите. И в точности наоборот. Даже если ты миллионер и миллиардер, никто не запрещает быть миллионером, миллиардером, никто. Соломон был самый богатый человек того времени. Но когда у тебя идея другая, ты говоришь, Господи, дай мне миллионы и миллиарды, потому что я хочу, чтобы моя работа была твоей миссией, чтобы от моих финансов могли благословляться люди вокруг меня. И когда человек, попадая в какой-то эшелон власти, с психологией денег, я здесь ради денег, то у него все нормально в его философии. Деньги приходят, это мое, потому что мне нужны деньги, вот они мне нужны. Но если бы тот же чиновник, кстати, по этой причине в протестантских странах бывших времен, сейчас, конечно, понятно, что многие протестантские страны отступили от той же Библии, но ранние берем, 17, 18, 19, начало 20 века, Западная Европа, США, Канада, Австралия, Швейцария, Норвегия, Швеция, все эти страны с христианской протестантской культурой. Поэтому каждый человек воспринимал труд как благо от Господа. Это моя миссия. И поэтому приходят ко мне деньги какие-то. Я понимаю, это миссия от Бога. Хорошо, что я богат, хорошо. Но моя миссия, чтобы моему обществу было хорошо. В этом обществе появлялись дороги, появлялись свет, появлялся и так далее, вся вот этот антураж благословляющих людей. Потому что это моя миссия. Вы здесь или нет, дорогие мои? И поэтому Иисус Навин воспринимал как миссию. Ему не нужна была эта земля. Он, может, не собирался ее захватывать. Кто ж знает, может, ему вообще не надо было ничего. Но Бог сказал, это твоя земля, иди возьми. Это твоя миссия. Вы здесь или я вас теряю? Поэтому, дорогие мои, когда мы понимаем, что это моя миссия, тогда пастор я всегда пастор. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Иногда устаю, поэтому отключаю телефон. И у меня тоже есть рабочие дни.
но я в духе пастор. Ты работаешь где-то, занимаешься своей профессиональной деятельностью. Учитель ты, строитель ты, бизнесмен ты, космонавт, ученый, банкир. Восприми это, моя миссия, мое новое начало, в которое я вхожу. Я не хочу бояться мое начало, потому что это моя миссия. Аминь, дорогие мои. Я на этой неделе прям так сильно загрузился. Попало мне видео, может быть, вы тоже его видели, когда в ИГИЛ расстреляли эту девчонку 13-летнюю. И у меня дочери моей 13 лет. И я вдруг посмотрел, смотрю там в этом ИГИЛе ребенка, ну, это все показали прям. Ну, кто видел, может, видели в интернете, прошла информация. И там, и я подумал, что мог сделать 13-летний ребенок? Вот 13-летняя девчонка. Да, высокая, худая, вот, ее там ведут на этот расстрел. Что-то она там сделала плохое. Очевидно, ну не очевидно, там было написано, что она атеистка, отвергает Аллаха. И я про себя думаю. Вот думаю, представляете, вот мы живем, мы тут жалуемся на нашу какую-то, на нашу экономику, у нас что-то там, мне даже стало стыдно от того, что я живу в достатке, а для человека просто выжить надо, просто выжить в наше время. И каждый раз, когда я смотрю вот эти вот ролики «Рождественская елка ангела», я смотрю, когда, я все время думаю, вот мне даже стыдно в какой-то степени облагать себя каким-то комфортом. Потому что я знаю, что вокруг есть люди, которым надо просто выжить. Кого-то расстреливают, кто-то сидит в тюрьме, понятно, сам нагрешился. Но его дети ни в чем не виноваты. И люди вот в этом живут. И я вдруг говорю, Господи, это моя миссия привлечь огромное количество денег. И эти количество денег, чтобы пошло на благо людей. И я понимаю, мне нужно большое количество служителей в церкви, которые будут открывать домашние ячейки, которые будут способны поехать в другие города на миссии, чтобы вот эту мысль христианства доносить не до мозгов, а до сердец всему обществу. Вы со мной, дорогие мои? И, конечно, нам нужны большие финансы. И каждый раз, когда мне говорят там люди, там деньги собирают, я говорю, да я вообще бы все бы деньги собрал. Вот у всех этих там странных товарищей собрал бы много. Потому что у нас посмотришь, я сейчас не про экономику даже, посмотришь, сколько несчастных людей. И кто ответит на их нужды? Да только волонтеры. Вот волонтеры, которые в церкви, вот здесь. И, может быть, еще энтузиасты за пределами церкви. Больше никто. И у нас должно быть понятие. Мы входим в новое начало. Каждый раз. Это моя миссия. Бог даст мне силы. Аминь. И все у меня будет хорошо. У меня будет картина победы, а не картина проигрыша. Аминь. Давайте воздадим славу Господу и поднимемся. Спасибо тебе, Царь. Спасибо тебе, Господь. И мы благодарим тебя. Господь, я благодарю тебя, Господи. Отец, я прошу, Господь, сделай нас, Господь, светом. Светом твоим, Отец. Чтобы каждый в церкви твоей, Господи, пропитался новым началом. Все, что мы начинаем, Господи, это благословение. Все, куда мы идем, Господь мой, ты благословляешь. Отец мой, дай нам только осознать, что мы победим, что у нас есть хорошая картина будущего. Господь, что это твоя миссия для меня. Твоя миссия, Господи. Это миссия, и я буду послушен тебе, Господи. Я пройду все трудности. Я знаю, что в этой миссии немногие меня поймут. Я знаю, что за рекой Иордан многие противостоят. Но Господь сказал, поступай благоразумно, рассчитывай шаги, не бойся, действуй. Господь рисует картину тебе, и Он говорит, я с тобою, я с тобой. Я удостоверяюсь точно, то дело, которое я делаю, это от Бога. Если я сегодня тружусь, это моя миссия от Бога. Все, что я делаю, моя миссия от Бога. Господи, те финансы, которые ты мне даешь, это, Господь мой, миссия от Бога. Господь, ты обогащаешь меня, я рад, Господь мой, за это. Но я знаю, что моя миссия намного выше, чем просто деньги, чем просто зарабатывание. Отец мой, моя миссия, это ты, Господь мой. Я благодарю тебя. Спасибо тебе, Иисус. Дай мне быть, Господь мой, твердым и мужественным в моей миссии проповеди Евангелия, распространения твоего царства. Спасибо тебе, Царь царей, Господь господствующий.